Привет, друзья мои хорошие, с вами спикер, это Том Райдер. Мы похоронили нашего друга и продолжаем наше приключение. Так, у нас есть костерчик, можем присесть и посмотреть, что можем прокачаться. У нас навык и довольно неплохое количество снаряжения. Ну, давайте посмотрим, что можно прокачать. В принципе, мы уже все прокачали и можно все-таки в этом убедиться. Сейчас посмотрим, что у нас с автоматом. Да, можно 250, это можно последнее прокачать. Автоматик у нас полностью прокачан, также и пистолет уже прокачан. Так, секундочку, назад, и все-таки проверить все-таки хочется. Тогда уже, хотя нет, у нас что-то новенькое появилось, и нужно 300 запчастей, и есть еще 325. Да, нужно все-таки собирать еще будет. Поменяем наш, наверное, скин, и, наверное, возьмем сегодня охотника. Хотя можно взять, наверное, подрывник. Нет, все-таки, наверное, охотника, и пойдем уже в лесок. У нас есть еще очки навыков, которые можно использовать. И давайте посмотрим, куда можно использовать их. Сбор костей. Тут животных. Ну, давайте тут животных, потому что сейчас находимся мы как раз в лесу. И тут довольно будет много живности. Новая одежонка. Мы берем дробовичок уже с хорошими новыми патрончиками. Да, у нас зажигательные патрончики. И это будет эффектно смотреться. Крушение вертолета по ходам. И давайте посмотрим, что у нас есть за ящики. Просканируем, посмотрим, куда пойти. Я вижу очень много сорок, которых можно, конечно, подстрелить. Что у нас есть хорошая арочка? Нужно будет найти, конечно, парочку гробниц еще. И, конечно, их расхитить. Так, это у нас получается кролик. Кролик. Подожгли, походу, кролика. Сейчас посмотрим, сколько поднимается опыт с кроликом. Если, конечно, успеем догнать его. Опыт плюс 5. Ну, давайте пойдем сюда. Здесь единственный проход, куда можно пройти. Можно также посмотреть и по карте, что у нас по карте показывает. Да, единственный проходик, и тут больше ничего у нас нету. А вот все-таки дробовичок нужно будет, наверное, взять. Так, там, там движение какое-то. Так, я вижу три цели. Сейчас посмотрим поближе. Да, я вижу три цели и подходим поближе. Выходите! Лучше сдавайтесь, пока ищейки вас не нашли! Выходите! И давайте попробуем все-таки снять по-тихому. Минус цель. Мне кажется, это волки воют. Так, куда-то ушел, мне кажется, в правую сторону. Так, вижу фонарик один и где-то в той стороне. Ну, пойдемте сюда. Хороший выстрел. Очень много стрел. Правда, не знаю, для чего они так много нужны здесь. Так, тебе обыщем. Заберем одну стрелу. Максимальное количество, но стрел очень много. И вижу, кстати, третьего и четвертого. Ох, там ребята еще есть. Там еще ребята есть, а тут можно что-то использовать. Ну-ка посмотрим, что это и с чем работает. Тут главное нужно терпение, друзья, и снять всех по-тихому. Хотя можно ввязаться в бой. У нас там две цели, они расходятся. Так, через кусты проходят и прям в лобешник. Готов. Мы настоящий охотник с тобой, Варочка. Так, вижу, есть фонарик еще один. Главное, чтобы не нашли трупики. Пока что все тихо, друзья. И красиво все убиваем. Запчастей собираем. Очень быстренько. Давай-ка наверх. Ребята ходят с фонариком, и они свою позицию просто спаливают. Так, ко мне идет еще один. И там еще один есть. Промахнулся. Так, ну что, подходим со спины. И уже убиваем. По-тихому.
довольно много шума, мне кажется. Так, быстренько обыщем и уходим с места преступления. Там, кажется, еще парочку точно было. Так, что у нас есть? Давайте просканируем. Так, вижу, есть что-то сверху. Есть также и наверху. Веревки можно, видимо, использовать для чего-то их. Ну, пойдемте убьем всех, потом уже обыщем все это дело. Так, о-о-о, прямо на нас выходит. Так, переждем. Ищи дальше. Так, вижу, есть с правой стороны. Подходим поближе. Это будет чертовски больно. Тут есть костерчик, можно потом сесть и, наверное, прокачаться. Так, цель очень далеко, ну попробуем все-таки снять ее. Он живой стал, что? Нет, он мертвый. Он мертвый. Это значит хорошо. Так, нужно обыскать трупик. Вот этот трубик обыскать и пойти дальше. Можно, кстати, и огненный использовать. Но мне кажется, он будет кричать. Так, мы, кажется, уже как Рэмбо идем. Прям по воде. Ну, зрелище просто, реально, друзья. Готов. Мы настоящий Рэмбо с тобой, Варочка. Так, пойдем обыщем его и пойдем дальше. Уже через мостик. Оружие, новая модификация появилась. Так, еще последняя цель осталась. Пойдем через лесок, присядем. Тайная гробница рядом, друзья. Это довольно... Ох, походу я все-таки спалился. Так, какие-то волки еще. Уходим, друзья. Конечно, уходим. Берем дробовичок и используем дробовичок. Слушай, мы маленько спалились и нас сразу же прижало. Уходим под мост. Ну, я думаю, они меня не потеряют, они меня уже видят. Они вот чертовски рядом. Как им же все штуки простреливают? Так, видимо, здесь сидеть прострелить. Хорошо, берем дробовичок, выходим отсюда и гасим уже их. Две цели таки остались. Ну давай уже, чувак, добивайся. И были какие-то волки. Пойдем обыщем. Ох, да, друзья, тут реально волки. Готов. Там еще волки, там еще есть. Ух, там есть еще противники. Так, давайте, наверное, быстренько обыщем, хотя нужно уже сваливать нам. Ох, рычание какое, прям в воде уже рычание, что ли. Так, минус один волк. Не в ту сторону полетел гранатометик мой. Тут чертовски жарко. Сейчас, моя хорошая, разберемся. Обыскать нужно трупики, и я вижу, волки даже на них не кидаются. Так, ну что, пошел гранатомет прям в ту сторону. Маленький эффект создадим. Ну, чувак, тебе хана. Почему-то все-таки не взорвалось. Походу, друзья, и все. Так, ну что, нужно бы искать все-таки трупики. И с волков снять, наверное, все-таки шкурку. У них будет опыт. Правда, мне кажется, я их не найду. Хотя можно с помощью вот такого волшебного зрения можно все это дело найти. Да, мне кажется, тут еще парочку есть. И вот наша тайная гробница рядом буквально. Пойдем хорошо, Варочка, присядем, отдохнем и потом пойдем в гробницу уже. Что можно прокачать, сейчас мы посмотрим. Так, быстрый есть переход, мне нужно снаряжение все-таки выбрать. Тут у нас полностью прокачано, вот тут можно прокачать. У нас 436, так что давайте посмотрим, что можно поставить. Так, 325, либо на 300. Убойная рукоятка, либо что там есть у нас? Магазин. Ну давайте рукоятку сделаем.
принципе, и все. Больше у меня нет запчастей. Мы отдохнули, и пора уже идти в гробницу. Посмотреть, что там за интересная будет гробница. Трупики все мы обыскали. Вижу, есть запчасти. Конечно, мы их сейчас заберем и уже пойдем вовнутрь. Давай, моя хорошая, поджигай факел. И посмотрим, насколько она будет интересна. Какие-то кости вижу. У нас есть костерчик, можно присесть, видимо, и отдохнуть. Так, ну что, это, походу, у нас получается вход уже, и вижу, есть газ. Значит, тут нужно все это дело взрывать. Нужно подняться, видимо, наверх. Ну хорошо, давайте, наверное, взрывать. Так, секундочку, я вижу, можно поджечь, чтоб маленько освещалось. Сейчас подожгем, пускай освещается. И нужно подойти, отойти подальше. Так, все это дело горит, может подняться теперь. Так, газа у нас больше нету, мне кажется, он все-таки появится очень быстренько. Так, хорошо, дубль 2 попробуем. Да, газ появляется, значит, нужно делать все очень быстро. Так, можно пройти и наверх пойти. У нас там газа нету. И выше нам некуда уже идти. Все это дело горит довольно хорошо. Сейчас пройдем и с помощью же Е цепляемся. И наверх. Почему тут чертовски темно? Ну-ка, да, родная моя, давай-ка факел. Это и все, друзья. Это и вся гробница. Как-то я очень разочарован. Я думаю, будет гораздо интереснее. Чем дальше, тем сложнее должна быть, по идее, гробница. А вот зачем вот это, я даже не понимаю. Ну-ка посмотрим. Так, сверху сможем поджечь? Да, она поджигается, видимо, просто освещение сделано. Вот и все. Да, это просто сделано освещением, чтобы все это дело смотрелось. Потому что здесь очень темно было. Но мы все-таки прошли. И нужно спускаться аккуратненько. Все дело взорвем, делаем освещение, уйдем отсюда. И давайте посмотрим, куда нам нужно дальше по карте. Так, гробница у нас есть, нам нужно вот сюда. Хорошо, сейчас выйдем, посмотрим, куда нужно дальше идти. У нас цель, по идее. Сейчас посмотрим, какая у нас цель. Найти выход из лесу. Вот наш выход, друзья. Так, ну что, посмотрим. Да, нам нужно в ту сторону идти. Так, у нас есть также какой-то домик, можно обыскать его, посмотреть, что у нас внутри. И парочку сараев, которые, конечно же, можно... Ну-ка, секунду. Ох, походу мы спалились. Уходим прямо в здание. Хорошее укрытие, можно уже вести отсюда огонь. Какие-то агрессивные, да, вижу парочку волков там. Минус цель, ну-ка. Пошла граната. Еще одна гранатка, чуть подальше. Прям по фонарику стреляем, друзья. Как же нам досталось-то? Спускается ниже. Я вижу, у меня кончились патрончики уже. О, сколько тут волков-то. Походу все. Хороший срачик был.
хорошо спрятались и всех убили. Так, что у нас тут есть? Есть ящичек, и сейчас посмотрим, что у нас там есть. Все-таки домик нужно будет обыскать. Но сперва, конечно, трупики, чтоб никуда они не испарились. Это, походу, и все. Хорошо, пойдемте зайдем в домик. С какой стороны, интересно, можно зайти в него? Стражи нас ждут. Тут довольно много стрел. Сейчас заберемся. О, какая рыбка крупненькая. Максимальное количество. Ну что, пойдем дальше. Там, где мы убили, нам нужно именно туда идти. Да, совершенно верно. Вижу, есть запчасти. Есть стрел. Очень много стрел. Даже не понимаю, для чего их так много. Так, туда можно, по идее, зайти. Зайдем, посмотрим, что у нас там. Хорошенько спустились, я даже не понимаю, куда именно. Так, вижу стенку, по которой можно забраться. И смысл этой стеночки, я даже не понимаю, куда потом дальше идти. Пускай погорит, посмотрим сверху, что есть еще, что упустили. Ну, в принципе, мы все собрали. Хорошо, пойдем дальше уже. Есть какие-то веревки поверху, но я даже не понимаю, для чего это надо, и даже не буду разбираться. Путь свободен, красивый водопадик такой и мостик. Довольно очень романтично. И что у нас здесь такого? Просканируем. Нужно забраться наверх. У нас есть тушка. О, сколько волков-то. Так, ну хорошо, давайте посмотрим, что у нас сверху. Сверху у нас абсолютно ничего нету. Нам нужно выпустить как-то волков. Волки берут тушку, и все дело опускается ниже. И потом сможем перепрыгнуть уже. И как все-таки же их спустить? А если с помощью веревки? Попробуем. Хотя, мне кажется, идея очень плохая. Так, мне кажется, я все-таки додумался как. Ну хорошо, давайте наверное спускаться. Мне кажется, нужно все-таки притянуть нашу тушку вот именно сюда. Вот так. И что нам доводит, это, конечно, непонятно. Какие голодные волки. Так, хорошо, давай-ка наверх, еще разок. Еще разок наверх, и что можно, притянуть ее, в принципе? Да, друзья, вот так просто повернули, и все. Я думаю, реально тут нужно будет волков спускать как-то. Цепляемся, и наверх. Какие голодные волки. Так, можно будет, конечно, быстрее с помощью лука вот так поджечь и забрать уже запчасти. Тут довольно много запчастей, значит, нас ждет впереди. Так, что тут все-таки есть у нас еще? Забрали. Ох, варочка, походу, нужно держаться. Так, походу, нужно двигаться. Какие-то мыши. Ух, сколько мышей-то.
Посмотрим, что у нас тут, и пойдем уже в ту сторону. Кроме костей тут у нас ничего нету. Внизу у нас тоже. Ну хорошо, пойдем в ту сторону уже. На выход. Да, вижу свет. Значит, там выход у нас. И где мы с тобой, интересно, вышли? В трущобах каких-то. Ну что, друзья, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии с вами. А с вами был спикер. Увидимся очень скоро. Всем спасибо и всем пока.